Так, сюда. Только не в стенку. Джордан, пожалуйста, не в стенку врез. Здорово, народ, с вами снова Андрей и Карт на ваших экранах. Остался последний месяц, когда я снимаю Жу, после этого переходим на Street Fighter 6. И с тех пор Жу больше не будет. Наверное, с этого видоса уже пойдет отчет, чисто на превьюшках, так что будете знать, когда... О, господи, что с игрой, почему такое гоняет? О, давайте. Сенточку зарешала. Так вот, да, ЖЖ больше не будет. Так что кто-то только для ЖЖ у вас последний месяц. Затем можно, думаю, передислоцироваться к адверсаю, у него там ЖЖа постоянно будет, думаю. Он, правда, очень редко выпускает, но... Лучше уж редко, чем никогда, правильно? Так, окей, мне нужен бар. Мне нужен бар, и когда игра так лагает, мне тяжело набрать бар. Не потому что игра мало дает, но потому что я не могу ничего нормально нажать. Все, поехали. И джану. Шикшивью. Ну. Каков скам? Как вообще входить в этот дебильный режим, если тебе все сбивают? Блин, просто что за скам? Насколько же лучше сидеть в оригинальной форме? А я хотел просто по приколу сделать видео, где буду только в режиме сидеть. Как он это сделал? Один ассист, который я так тщательно вызывал. Ай. Нормально. Первый раунд есть. Первый раунд есть. О, опять меня стреляют. У меня нету бара, чтобы опять превратиться. О, он еще и так может сделать, просто сбить мне мое превращение. А, я знаю, мне против него надо было делать 3 бара. Через отмену. Блин, а еще и комбо зарунил. Ладно, не я виноват, это все лаги. Don't blame me. Так, я думаю отдать этот раунд. Накопить 3-й бар и все же войти в форму. Сейчас уже 2,5 есть. У меня пол хп и типа, ну вообще неплохо. Лагает, конечно, зараза, но... Куда без этого? Это СБР. Так. Он же не умрет, правильно? Да. Об стенку. Опа! Я не успею. Я просто не знал, что он об стенку не стукнется. Я думал... ладно, придется его убить. За это. Придется его за это убить. Он 2 раза мне сбит режим, но это просто... Это просто скамринги. Что ж, подлагивал, го найдем next противника. Это был такой себе, ну, вялый какой-то раунд. Даже не раунд, а игра была вялая какая-то. 2 раза мы сбили режим. Это не то, что я хотел показать, но мы едем дальше. Еще один Джотару. Я с картой ошибся, я карту не ту вызвал. Я взял карту поменьше. На, она вообще маленькая. Ну, зачем она тебе, брат? Она же маленькая. Ай, зачем я сделал бэкдаш? Бройна! Ау! Ау! Бройна! Это не попадет? Попадет. 2 бара есть. Ай. У него даже с бэкдашем как-то тычка выходит быстрее, чем моя. То есть у него бэкдаш должен быть минус после бэкдаша и после этого только тычки. Но не чувствуется. Блин, я пытался ногу сейчас ударить, но не вышло. Ай-яй-яй. Вот хахашка, это меня не бьет. Да, ведь? Да, не бьет. Сейчас будет, скорее всего, захват. А, нет, сейчас будет просто спам мерингу. Да, будет захват. Мерингу дана, мерингу дана. Хорошо, у меня есть 3 бара.
Так. Пришлось мне это сделать. Неплохо, неплохо с его стороны. Ну, тяжело, тяжело. Для того, что такой персонаж, что тяжело. Что ты не делал, тяжело. О, а почему не в блоке? Я же не жал ничего. Вау, я просто в блоке сидел. Атакираю, ну, какой-то... Откис, откис. Ура. Просто надеюсь, next персонаж будет не Джотаро, а то вот так вот в водонапорную башню отлетать не хочется, но go next. Так, а против меня персонаж с нормальным сетапом на ГХ, превращение в гер. Просто дал хашку, дал ульту и все. К сожалению, я так не могу, но... Наверное, так... Блин, как же... Как... Зачем я отпускаю в блок? Что я делаю? Чем я занят? Умары. Там вот эта вот фигня, короче. По-моему, меня сейчас прочитали, что я нажимаю легкую, потому что у меня один раз легкая вышла без этого самого. Без... Как она называется, эта тычка? Макасеру. Ай. Так, сюда. Только не в стенку. Джордан, пожалуйста, не в стенку врез. Вот чтоб тебе пусто было, а? Просто чтоб тебе пусто было. Вот это нормальный сетап. К нему не подойти. Он спокойно влетает в свою фигню. Я 3 бара сейчас потратил. И что? Я из этого ничего не получил. Просто потому что стена. Ай. Блин. Я же в столе гварднулся. Нет. Но только один раунд, надеюсь. Мудананда. Не знаю, как это получилось. Это было нечестно со стороны игры, потому что блок я как держал, так и держал. Блин. Ладно. Грацию. Вот это грацию, конечно. Так, есть бар у меня необходимый. Что это сейчас было? Что это сейчас было со стороны игры? Так, окей. Ай. О, это как случилось? Это как случилось? Это не убьет его? Убьет. Окей, по рандом 1-1, но это не то, что я хочу сделать. Я опять не в форме. Ай, опять не в форме. Опа! А возможно сейчас получится. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Да твою мать! Как же плохо! Ну почему я вынужден играть в этой форме дебильной? В обычной форме, почему? Почему я вынужден? Ай, я упал. Я упал. Ау, у. Ай. Блин, по тычке попался. Скорее всего, сейчас будет 3 бара и будет гер. Да, гер. Ой-ой-ой, это будет тяжеловато, тяжеловато. Да, даже не тяжеловато, это будет невозможно победить. Но постараемся, постараемся. У меня есть левел 1.
Ну, ха, имеется в виду два раза. По идее, что-то можно придумать. А? Вау! Вау! Я хотел сказать, игра заскамила, но... Получается наоборот? Или что? Не-не, погоди, 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 погоди. Много урона, много урона. А где ха-ха? Почему ты поднялся и поднял свой локоть? Ай, ладно. Ай, ладно. Ну ладно. Go next. Go next. Но не получится превратиться. Да. Не получается превратиться вообще никак. Позапучи. Финальная версия с Коичи. Скорее всего, будет то же самое, что я делал вчера. Но это другая цель. Управлять поездом, как говорится. Ай. Жаль, у меня эта точка не попадает. Так. Не понял. Он ведь вообще не прыгнул. Он... What? Диск вылетел, прикиньте, успел. Просто диск успел вылететь. Ну, конечно же, я ударю артист. Что еще я могу сделать? Ну, блин, теперь когда он улетает на весь экран, у меня... А, я мог превратиться. Просто мог превратиться. Так, давай с этой стороны. Оп, оп, оп. Какая ж тварь просто. Какая ты тварь. Вот нельзя было этого... Куничи вызвать немного позже, вот, вот буквально немного позже. Ай. Это тоже не то, что мне надо. Ну почему ты врезаешься в дебильные стенки? За что мне это? О, вот это камера, ну вот, да, его было сейчас. Я просто попробую, я знаю, что он будет здесь, но я просто попробую. Ну почему ты не улетел? Ну почему? Ну почему так нечестно? А, мне диска нет. Мне тупо на диска. Я не знаю, зачем полезно меня в милишку, но ладно. Да что за бред? Ну у меня ни разу не получилось-то. Меня сбили каждую мою попытку. Каждую мою попытку меня сбили. Ладно, на этом все. С вами был Андрей. Карс на ваших экранах. Обычный карс, даже ни разу не совершенный. Просто добавить нечего. Увидимся в next ролике. Bye!